Всем огромный привет! Сегодня приготовим вкусную, освежающую, легкую окрошку на квасе. Все просто, быстро и очень вкусно. Первым делом свежие огурцы нарезаем небольшим кубиком. Нарезанные огурцы отправляем в кастрюлю, где будем готовить окрошку. А теперь нарезаем любую колбасу. Я взяла сегодня вареную. Кстати, колбасу можно заменить на любое нежирное мясо. Например, взять говядину, индейку или куриную грудку. Нарезанную колбаску отправляем в кастрюлю. Далее нарезаем мелко вареные яйца. Добавляем в кастрюлю и нарезаем зелень. Я взяла зеленый лук и петрушку. Зелень добавляйте на свой вкус. Нарезанную зелень добавляем в кастрюлю. Заливаем все холодным квасом. Готовую окрошку солим по вкусу и перемешиваем. Перед подачей на стол заправляем сметаной или майонезом. Такая окрошка отлично подойдет в жаркие летние дни. Желаю всем приятного аппетита, хорошего настроения, готовьте с удовольствием.